сейчас все татухи бьют. Ты чё, зэк, что ли? На нарах, что ли, была? Какое тату? Никакого тату, разговор закончен. А что мне тогда можно? Все можно, кроме этого. Все, до свидания. Пап, смотри, я пирсинг сделала. А ну дай посмотрю, что у тебя за пирсинг. Пап, можно мне к подружке на ночевку? Слушай, у тебя что, своего дома, что ли, нет? В свою комнату иди отдыхай. У меня нет своей комнаты. Вот именно. Когда вырастешь, купишь себе свою комнату. А пока в мою давай песню. Мало половин, мало половин. Это что за херня? Макароны с сосисками. Да я не про это дерьмо. Что за музыка играет? Вот такую надо слушать. Опа! Добрый день, меня зовут Никита, я буду вашим официантом. Все, спасибо, до свидания. До свидания, всего хорошего. Мне, пожалуйста, воду и салат. Воду и салат? А что, бабок больше нету? Ваш бокальчик, приборчики ваши, салфеточки, протирайтесь, такое? Пожалуйста. Сейчас давайте принесу. Ваша водичка, пожалуйста. Спасибо. Ваш салатик. Приятного аппетита. И водички можно налить, пожалуйста? Водичку налить? Пожалуйста. Пожалуйста. Достаточно? Достаточно водички? Пожалуйста. Какой вам нужен парень? Ну, чтобы была свадьба у нас. Чтобы, потом дети, семья. Я люблю просто, чтобы, парень, чтобы один мне как бы... Я очень люблю... Я хочу семью. Один до гроба. Девушка? Простите, секундочку. Девочка... не знаю, если ее так можно назвать, мне нужна самая красивая. Скажите, а я могу спеть песню? Просто у меня есть песня классная. Глаза, глаза в ладони, это будет навечно. Так, все, хватит. Какой парень вам нужен? Первый, я второй. Здравствуйте. 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 Здравствуй, друг. Здравствуйте. Скажите, какая девушка вам нужна? Мне нужна девушка, чтобы не нарушала... Чтобы все у нас было с ней по правилам. А если я ее поймаю с поличным, то, сами понимаете, зачем она мне такая. Или всегда можно договориться. Мне, понял, брат, нужна девушка недоступная, понял, чтобы она на хате сидела, борщи мне, щи готовила, лещи, все, чтобы готовила мне. Но не дай бог она выйдет за порог хаты, я ей отвечаю, я ее выхлестну. Я ей ноги, понял, сломаю, чтобы она дома сидела, никуда, чтобы не вышла. Мне не нужны вот эти вот шаверми, понял, ходячие, бля, хамуха. Мне нужна, понял, девочка, чтобы не маленькая, понял, чтобы огромная гора, скала мышц, как у меня, видел, какие мышцы? Чтоб была чемпионка Европы, чтоб мы с ней боролись вместе, дома, на остановке. Дорогая Сонечка, пишу вам с грустью на душе от того, что давно не видел ваших очаровательных глаз, блестящих локонов волос, переливающихся на солнце, и обворожительной улыбки. Спешу сообщить, что мое сердце принадлежит только вам. Моя жизнь ничто без вашего внимания. По скрипту ваш, вечно любящий Самвел Ашотович. Алло! Мадина, ты где ходишь? Почему я должен тебя искать? 2 минуты назад ты вышла мусор выкидывать. Вот сам свой выкинь, почему сеть не ловит? Thank you.
быстро из воды! Такого мы сидим, быстро сюда давай на берег! Ты чё? А ты чё? Я ничего, а ты чё, хочешь разобраться? Да, хочу! Черный одуван, ты вступил на мой путь. Я выхлестну тебя, ты забудешь своих текстов суть. Я пацан непростой, шевелюрой крутой. Ты завидуешь мне, ибо я Анжела Бой. Ты похож на бомжа, ты похож на сиротку. Клади свой кэш на бампер моей тёлки. Ты цепляешься за мой хэр, но я скажу тебе в ответ, если хочешь цепляться, цепляйся за мой хер. За моей спиной Леон, это ставки на спорт. За твоей спиной клоун, он смеется над тобой. И мы всю ночь куражили. Да ты самец, я смотрю. Ха! А у той девочки сможешь телефон сорвать? You're unbelievable. Запросто. Сейчас все будет. Привет, красотка. Может, познакомимся? Пошел нахуй. Ну что, взял номер? Конечно! Блин, красавчик! Блин, жалко главного героя в конце убили. Да там, прикинь, адвокат убийцы оказался. Блин, я с самого начала знала, что они вместе будут. Обещает быть очень жарким. Включайте свои вентиляторы, я буду на всех вечеринках этого города. Ничего страшного, первый месяц все раскачивались. У нас есть еще 60 дней улетного кача. Ну все, хватит сидеть дома, пора идти развлекаться. На асфальте мелом пересуешь лето. Тополиный пух, жара.
Охренеть! Спасибо за просмотр и до новых встреч!